Всем привет, с вами канал Автоток, и в данном видео речь пойдет про штатную магнитолу на Chevrolet Cruze для моделей с 2008 по 2013 года. Сразу скажу про внешность: корпус пластиковый, черный, матовый, хорошая отливка, повторяет форму головного устройства, вот, вместе с боковыми панельками под вырез под вентиляцию, тут тоже даже полочка есть для мелочи всякой, вот. Подключение pin-to-pin, там тоже ничего дорабатывать не нужно. В общем, штатная магнитола встает на место без щелей и зазоров. Дисплей у нас 9 дюймов, довольно крупный, как можно вот увидеть по сравнению с моей с рукой. Как такой стандартный планшетик. Хорошая картинка, давайте продемонстрирую. Подключил флешку USB-шную, поскольку есть возможность через USB провода подключать как флешки, так и жесткий диск от 2 терабайт. Хорошая картинка, цветопередача отличная, все плавненько идет. Вот. Сам сенсор реагирует на все очень хорошо, как можно видеть. И самое главное, новое поколение сенсора морозостойкий. То есть при низких температурах не отказывает и даже на холодные пальцы реагирует. Вот, теперь, что касается характеристик. А, еще имеет подсветочку тоже, кнопки, которые меняются вот с помощью этой утилитки. То есть очень удобно, какая вам будет больше нравиться. Она довольно яркая, но при этом не сильно бьет в глаза. Характеристики здесь у нас стандартная конфигурация стоит. Платформа Android 7.1.1, 4-ядерный процессор Cortex A7 и 1 ГБ оперативка. В общем, очень такая хорошая конфигурация, зарекомендовавшая себя, уже не раз про нее рассказывал. Так, ну теперь кратко пробежимся по основным функциям и возможностям. Радио, само собой, есть. Стоит современный радиотюнер, хороший прием сигнала, вот. И благодаря звуковому процессору неплохое воспроизведение его, даже на штатных колонках. Эквалайзер 12-полосный для любителей тонкой настройки подойдет. Что есть еще? AUX-провода. Вот они в комплекте идут. Фишечки RCA. Для подключения различных аудио-видеоустройств. Вот, под сабвуфер даже есть. Камеры заднего, переднего, бокового вида. Если особенно они с завода не идут в машине стандартно, то можно подключить различные. Прям круговой обзор хоть сделать, чтобы прям контролировать ситуацию на дороге. Это очень может сэкономить вам деньги в каких-нибудь аварийных ситуациях. Будет проще доказать, либо вообще избежать таких ситуаций. Вот, GPS тоже присутствует. Возможность установки различных приложений на Android GPS, типа Navitail, Яндекс.Карты, Google карты. И с помощью подключенного GPS модуля все это спутники находятся и прекрасно работает. Так, что еще? Play Market, само собой, есть. Установка различных приложений. Chrome браузер для просмотра интернет-страниц. Проводник. Вот, как я уже показал. Тут у нас все файлы. Внутренние, внешние. Можно посмотреть картинки тоже. Ну, есть возможность. Магнитола поддерживает форматы аудио-видео. Всякие графические файлы. Даже можно при установленном приложении читать книги какие-нибудь электронные. Вот, настройка кнопок руля тоже имеется, с обучением здесь все просто. Bluetooth, hands-free гарнитуру поддерживает, свободные руки, чтобы от дороги не отвлекаться. Смартфоны можно подключать тоже, управлять со смартфонов, принимать звонки, то есть очень удобная интеграция идет. Ну и даже какие-нибудь универсальные устройства Bluetooth, те же кнопки на руле, если, допустим, стандартных не хватает, тоже работать здесь будут. Вот, что еще? Ну, возможно, подключение к Wi-Fi, само собой, есть. Вот здесь, а вот это настройки, тут язык можно выбрать, по умолчанию стоит русский. Вот. И либо через USB можно модем подключить, чтобы был свой личный интернет, скажем так. Вот. Ну, по характеристикам основным все. Магнитола как бы довольно гибкая, поскольку Android. Можно кучу приложений и других устройств поставить, чтобы функционал расширить. Вот. Стоит покупать у нас, поскольку на том же AliExpress нет такой гарантии, потому что мы даем 12 месяцев. Если за это время у вас какие-то проблемы там или что-то не подошло, вы можете вернуть, либо поменять, как бы, на само усмотрение, без проблем. Также отправляем в страны СНГ. Вот. И можем даже по наложенному платежу оплату доставить. То есть при получении, если вам что-то не понравилось, отправили назад, как бы. В этом плане все лояльно. Вот, что еще? Про комплектацию идет само головное устройство. Фишка подключения питания, вот она. Так задняя панелька выглядит. USB провода, вот один. Вот второй. Тюльпанчики показывал уже. GPS антенка. Вот она. Самоклеющейся штучкой. Wi-Fi усилитель, тоже антенка. И комбас
какая магнитолка, ссылка на нее будет в описании к видео. Оставляйте свои вопросы в комментариях, мы их на них ответим с удовольствием. Всем пока!